Всем, дорогие подписчики, я хочу опять показать этот ролик, который был снят на камеру. На Украине был замечен неопознанный летающий объект колоссального масштаба. Что он там забыл? Но это другая тема, что он там забыл. Первая тема, дорогие друзья, что случилось с вертолетами, никто не знает. И что там произошло, тоже никто не знает. Была неземная вспышка, а дальше бух, бах, и все исчезло. Что вы можете по поводу этого ролика сказать, я не знаю, но у вас будет вопросов, наверное, уйма. Но для этого я хочу вам сперва показать, чтобы вы разобрались с этим роликом. Я чуть-чуть замедлю, чтобы вы увидели своими глазами. Смотрим, дорогие друзья. Колоссально, дорогие друзья, но ролик подлинный, потому что я вам сейчас показал суть самой эффектности. То есть этому ролику можно твердую пятерку ставить. Но что произошло с пилотами этого вертолета, никто не знает. Я надеюсь, все с ними хорошо, потому что после этого началось творение всяких аномальных явлений. Как я не хочу, конечно, повторяться, но это чуть попозже. Я надеюсь, вы увидите мой канал в следующей серии, то есть ставите лайк, и я подробнее распишу про это НЛО. А сейчас, дорогие друзья, я не буду вас задерживать, покажу полностью ролик и ничего не буду делать. Так что ставьте лайки, дорогие друзья, и самое главное, подписывайтесь. С вами, как всегда, был Диспетчер, и как всегда, только настоящие ролики. Ух, блин, ну да, такое ощущение, как будто был взрыв какой-то. Два вертолета облетали этот неопознанный летающий объект или пытались с ним контактировать. Но что-то пошло не так, и вы видели своими глазами. Конечно, ролик обрывается. Можно ссылаться, что это был целеустремленный ролик, чтобы показать вам на самом деле, что может быть, если мы такими случаями будем типа контактировать. Но тут не в этом дело, дорогие зрители. В самом ролике скрывается тайна. Два вертолета почему-то исчезли из радаров у военных, так утверждают газеты. Я не знаю, правда это или нет, но решать вам.
мозг, можно сказать только одно. Почему этот НЛО именно прилетел в ту сторону и для чего он прилетел, никто не знает. Но масштаб грандиозный был. Как будто, знаете, дорогие друзья, как будто атомный взрыв. И все там смело. Нет, ничего там не смело. Люди утверждают, после этой вспышки у всех, ну, кто там был, в радиусе километра болела голова, тошнило. И просто потом все прошло, моментально через несколько часов. Что это могло быть? Отвлекающий маневр или портал времени? Можно ссылаться, что это был портал, и просто НЛО ушло с вертолетами в никуда. Не знаю, правда это или нет, это мои мысли и мои догадки, дорогие друзья. Но давайте мы решим, правда это ролик сделан был или он снят был кем-то, и на самом деле правду этому ролику можно дать оценку 5. Давайте мы разберем этот ролик, я сейчас увеличу, сделаю эффекты, чтобы вам было понятно настоящий этот ролик, и увеличим вертолет. Ну что, дорогие друзья, начинаем.